Скончался за рулем и насмерть сбил пешехода. ДТП случилось в районе рынка Слобода на улице Нижняя Дуброва. В салоне тронувшегося с парковки автомобиля Great Wall скончался 46-летний водитель. Неуправляемый внедорожник вылетел на пешеходную дорожку, где сбил 73-летнего мужчину, который получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия. Трагедия произошла в субботу, 19 января в 14:05. Очевидцы сообщают, что в этот момент на тротуаре находилось большое количество людей, и только по счастливой случайности удалось избежать большего количества жертв. Кроме этого, водитель, который управлял автомашиной Great Wall, также скончался. Причины его смерти в настоящее время устанавливаются. По данному факту проводится доследственная проверка.